сырники пока запекаются, и я не знала, что они так долго готовятся. Вообще, вчера я тоже себя готовила, это были не бутерброды. Я готовила себе банановые панкейки, вот тут вот фотография будет, если мне будет не лень прикреплять. Вот. Но сегодня я решила, что буду делать сырники. Чуть-чуть осталось. Я учу, точнее повторяю, страны на корейском, как сказать свою национальность, как сказать просто какие-то базовые приветствия, как сказать, кем ты работаешь, учишься ли ты, вот. Поэтому я сейчас все это повторяю. Я достаточно неожиданно решила пойти в парк. Но я не знаю, что мне надеть. Я еще долго решала, идти мне в парк или нет, поэтому я еще не уверена. Сейчас будем решать. У меня, собственно говоря, такой выбор. Платье, либо просто шорты с футболкой. Это комфортно. Вообще, я за... Не знаю, за что. Поэтому... Вообще, я думаю, что я за платье. Это фиалка, которую мы выращивали с Аней и с Машей. И надо вот цветочки. Мы сегодня необычным способом добираемся до дачи. Здесь. Это у нас чеснок. Ничего, еще пока, видишь, он не сформировался. Это чеснок. Не пахнет сыром? Пахнет сыром чесноком. Это самое вкусное. А еще где? Это обзор на дачный лук. Чеснок. Короче, опять модные тапочки. Скорее всего, видно. Супер куртка, теплая. Вот так вот. Доброе утро, было слишком банально.